Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Продается лес БУ. Телефон 45-53-65. В распределительный центр «Магнит» требуются кладовщики, отборщики и работники склада. Гарантируем заработную плату от 72 тысяч рублей, официальное оформление, социальный пакет, питание и доставку на работу. Звонить по телефону 8 961 903 70 12. Организации требуются: на новые самосвалы водители категории С, Е, машинисты экскаватора, бульдозера, погрузчика, автогрейдера, виброкатка и автокрана, а также автослесари, автоэлектрики и газоэлектросварщики. Высокая заработная плата. Работа вахты в Оренбургской и Челябинской областях, Башкортостане и Казахстане. Подробности по телефонам 8 965 692 60 13 или 8 965 692 60 03. Приглашаем на работу продавцов-консультантов в салоны сотовой связи в город Оренбург, поселок Южный, село Краснохолм, поселок Саракташ, Новосергиевка, село Александровка, поселок Адамовка, Новоорск, село Кваркино, Октябрьская, Матвеевка, Осикеево, а также поселок Тотское. Звонок бесплатный по телефону 8 800 670 06. Требуются охранники. Обращаться 8 922 886 40 08. Требуется маляр порошковой покраски. Заработная плата от 50 до 80 тысяч рублей. Телефон 290 290. Требуется продавец в отдел мяса. Заработная плата достойная. Телефон 27 89 19. Требуется бухгалтер в ЧОП. Звонить по телефону 55 77 31. Требуются автомойщики в дилерский центр «Лада Сервис». График работы 2 через 2, с 8 до 20 часов. Заработная плата сдельная, 30% от объема. Телефон 8 961 905 54 09. Подработка в вечернее время, обход квартир. Звоните в рабочее время по телефону 68 84 14. Требуется помощница по дому в поселок Пригородный. Оплата 2000 рублей за выход. Телефон 8 922 802 30 10. В крупную строительную организацию требуются монтажники навесного вентилируемого фасада, а также водители категории С, Е, натрал. Телефон 427-888. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917-770. Требуется охранник в автосалон. Телефон 60-00-60. Требуется лепщица. Расчет ежедневно. Обращаться по адресу улица Зиновьева, 67, или по телефону 28 49 61. В крупную строительную организацию требуется уборщик бытовых помещений. Звонить по телефону 427-888. Приглашаем на работу водителей категории «Б» на «Газель». Заработная плата высокая, соцпакет. Телефон 29 40 44. Срочно требуются уборщицы, дворники, а также прессовщики. Звонить 8 961 914 50 71. На предприятие требуется уборщик офисных помещений и подсобный рабочий. Звонить по телефону 54 11 70. Требуется грузчик. Заработная плата высокая. Телефон 92 12 20. В крупную строительную компанию требуется мастер сантехнического участка, слесарь сантехник, а также сварщик пластиковых труб. Обращаться 427-888. Требуется повар на предприятие. Телефон 43-73-73. Требуется продавец-рубщик в отдел мяса. Заработная плата достойная. Телефон 27-89-19. Требуется дневной рабочий по обслуживанию бани в мужское отделение. График работы сутки через сутки. Заработная плата 17 тысяч рублей. Телефон 8 909
219-616-61-97. Требуются строители разнорабочие. Иногородним предоставляется жилье. Телефон 93-59-88. Требуются сотрудники. Шиномонтажники, грузчики, а также уборщица. Телефон 228-248. Требуются охранники. Звонить 25-94-93. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 43-73-73. Требуется водитель на «Газель». Заработная плата от 60 тысяч рублей. Телефон 92-12-20. Требуется дворник. Обращаться 43-80-38. Требуется менеджер. Заработная плата высокая. Телефон 92-11-26. В развивающуюся компанию на постоянную работу требуются электромонтажники, руководитель проекта в строительстве ВЛ, инженер-энергетик, главный инженер проекта объектов энергетики, бухгалтер, специалист тендерного отдела, а также специалист по технической документации. Оформление по Трудовому кодексу, высокая заработная плата. Обращаться по телефону 500-800. Требуется уборщица в торговую точку в город Сорочинск. Телефон 8-961-914-50-71. Срочно требуется уборщица. Телефон 8-922-624-00-94. Требуются охранники. Звонить 92-14-09. В организацию требуются уборщики служебных помещений. График работы с 7 до 16 часов. Обращаться по телефону 8-922-893-13-23. На пищевое производство требуются упаковщики и операторы линии. Работа вахтой, проезд, проживание и питание бесплатно. Заработная плата от 76 тысяч рублей. Телефон 8-986-780-32-30. Требуется повар-мангальщик. Телефон 8-903-366-92-66. Требуется разнорабочий на мойку ковров. Телефон 601-611. Требуются охранники. Телефон 23-53-13. Требуются разнорабочие на демонтаж. Телефон 24-25-12. Требуется электрик. Оплата от 29 тысяч рублей. Звонить 8-922-829-53-38. Требуется менеджер по продажам и работе с клиентами. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Звонить 8-937-155-45-99. Требуются охранники. Оплата от 2500 рублей за смену. Телефон 96-11-76. Требуется автомаляр и кузовщик. Заработная плата высокая. Телефон 60-16-16. Требуется разнорабочий и тракторист. Телефон 92-45-23. Требуется спа-мастер в салон семейного отдыха. Заработная плата 35 тысяч рублей на руки. Обращаться по телефонам 430-778 или 430-777. Требуются слесари по ремонту грузоподъемных кранов. Заработная плата от 45 тысяч рублей. Телефон 8-903-395-54-40. В ЖКХ требуется дворник, сантехник и сварщик. Звонить по телефонам 33-10-72 или 68-04-53. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Обращаться по телефонам 68-82-65 или 8-922-628-39-01. Требуются водители автобусов на развозку и механик по транспорту. Телефон 66-88-33. В ресторан на постоянную работу требуется повар, а также мойщица посуды, уборщица. Телефон 97-09-21. Военная служба по контракту от 230 тысяч рублей в месяц плюс единовременно 195 тысяч рублей. Право на военную ипотеку, служебное жилье или компенсация аренды квартиры. Бесплатное высшее или среднее специальное образование для иностранцев, ускоренный порядок получения гражданства
Минздрава Российской Федерации. Обращаться по адресу улица Терешковой, 245/3 или по телефонам 784051 и 784157. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.